На заседании Совета Российского исторического общества обсудили вопросы археологической и исторической составляющей проекта «Геопарк Ундори». Говорили и о сохранении и изучении объектов культурного наследия Симбирской засечной черты. Было поручение президента России провести подобные работы по Белгородской засечной черте. Председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин расценил это поручение как импульс для большой работы, для того, чтобы посмотреть, провести инвентаризацию всех объектов, которые сейчас остались от вот этой системы, огромной системы оборонительных линий. По словам председателя правления РИО, инвентаризация этих объектов завершается. Сейчас члены Российского исторического общества думают, как использовать засечную черту в туризме. Только благодаря ей можно понять, как двигалась на восток Россия. Оборонительные линии продвигались вместе с границами государства. А городки, которые на ней стояли, были местом соприкосновения разных культур. Именно засечная линия являлась тем фактором, который обеспечивал как безопасность, так и взаимодействие на рубежах этой страны. И оно формировалось в поликультурной фронтире, взаимодействии различных народов, традиций. И это и есть образ, и это и есть вокруг которого складывалась российская культура, ее даже в современном понимании. Без засечной линии трудно представить и российскую историю. Засечная черта в Ульяновской области – это самый крупный недвижимый памятник археологии. Объект культурного наследия, созданный еще в середине 17 века, как оборонительное сооружение на границе русского государства. После того, как в 30-е годы перестала быть необходимость этой черты, она была, видимо, снята с бюджета стрелецкого приказа, который, в общем, контролировал ее, и перестали поступать, скажем, средства на ее сохранение. Да, она стала деградировать откровенно, потому что в период ее пребывания на балансе государства все время она поддерживалась. Как подчеркнул Юрий Семыгин, во многих местах, где проходила засечная черта, рвы стали использовать в качестве мусорных свалок. Валы постепенно стали приходить в негодность. Вместо острогов стали распространяться населенные пункты. По словам археолога, сейчас самое время взять под охрану эти уникальные объекты истории. Также на заседании говорили об исторической ценности геопарка Ундори. Он был создан в Ульяновском районе области 2 года назад с целью сохранения геологического, природного, историко-культурного наследия. Эта территория с давних пор исследуется, и здесь обнаружено немало таких поселений, которые соответствуют эпохе великого переселения народов, то есть семеньковская культура. Вот это болгарская культура, то есть и самые древние памятники относятся к эпохе палеолита. Как было сказано на заседании, в дальнейшем планируется вовлекать местное население в процесс управления геопарком и развития его территории. А археологические объекты будут превращены в музеи под открытым небом и станут площадкой для научных исследований. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.